Естественно, живой. Как дела? Да ничего, потихоньку. Что, хвост отцепил? А? Хвост. Да, пока. Потом нацеплю ему. Потом? Ну-ка, повернись. Ага. Здесь еще вот смотри, что есть. Вот такая вот приблудина. Опа. Вот так вот. И прихуяриваешь. Ты умеешь, снимаешь. Там клепка, Олег. Клепки зацепи. Сзади зацепи клепку, увидишь. Да это я знаю, подворачиваю. Вот, блядь, нет, вот, зацепляй. Видишь? Когда хвост снимаешь, закрываешь. Ничего не видно будет. Придавил? Нет. Ну-ка. Во. Понял, да? Что спереди, что сзади. Ну да. Ты что, на работу? Иду узнать. Узнать? Больше. Пока тишина. Завтра твой день. Там шарики должны прийти на днях. Буквы, цифры, звездочки, сердечки. Присылала мне подписчица, какую она заказала. Ну, будем наряжать. Мясо ты заказал, да? М? Мясо заказал? Да, мясо все есть уже. Ты уже с ней переговорил? Да, 15-го забирать. 15-го заберем, а 16-го будем жать. Как-то так. Ну что, шляпа теплая? Угу. Нормально? Конечно. Удобно, да? Дай мне пачку сделать. Не хухры-мухры. Что там батя с матерью как? Ничего, ремонт делаем. Поперли? Ну, уже заканчиваем. В кухне? В кухне, прихожка. Прихожка тоже? Правильно. Где там Владимир Иванович будем ремонт делать? Помогать будешь? Поможем. Чем сможем? Юль, шоколадочку можно одну мне вон ту вот? Фиолетовую. Я сейчас переведу. И тут же назад тебе, от подписчика тебе. Спасибо. За красивый голос за кадром. Да, сказали, пусть почаще появляется. Спасибо. Да, на здоровье. Понял, Олег, как? Вот так вот тоже бывает. А? Тебе тоже так прокатывало, да? Как всегда. Хотя денежку с утра большая. Пятихаточка, да? Под эту, Олег, шапку надо шубу носить. Будет... Да шубе жарко сейчас. Да какой жарко? Зима на дворе, ты чё, блядь? В шубе, Олег. Плюсовая температура. Здрасте. Здрасте. Ты что, должок отдал? М? Должок отдал? Сигарет. А, сигареточки. Батя вон что-то твой звонит. Сейчас, что ли? Ну? Вот. Нахрен не бери трубку. Пока не надо? Что там, поскандалил его? Да, ну, а что он хочет мне сказать? Да я же откуда знаю. Спросить про меня, наверное. Ты что, дом не ночевал? А? Дом не ночевал? Почему? Дом был. Я же сегодня весь день с ними ремонт помогал. А, клеили? Клеили, мебель. Хорошо. Сейчас Владимир Иванович придет. Пойдем на перекур.
Ты что, какие планы сейчас? Нет, какие? Никаких. Никаких? Нет. Я за сигаретом пришел, блин, сейчас. Все. Там писали с передачи «Давай поженимся» с Москвы, с Первого канала. Поедешь женихом туда, на телевидение? Не знаю. Че не знаю? За местного прокатишь, Олег. Шапку тебе модную, шубу накинешь. А? Что ответить? Ларисе Гузеевой. Давай поженимся, видел? Там будут невесты сидеть. Владимир Иванович идет. Будут невесты сидеть. Будут бороться. О! Ваше благородие. Че, Сбербанк, пойдем? Угу. Сигарету дай. Как оно? Ничего? Да ничего. У вас как? Папаху надел. Молодец. А? Тепло? Ага. Ну, воротник можешь поднять еще. Зачем? Чтоб теплее было. И все, вообще тепло будет, дядь Боб. О! Как-то так, наверное. Все. Сзади не дует. Что, пойдем? Сбербанк? Ага. Может, кофе попьем? Давай. А у тебя есть деньги? На кофе? А. Да найдем. Я тебе курить купил еще. Почухал. Ты меня не спрашивай. Кури свои теперь, ваше благородие. Ух ты, ёпта! Ни хрена себе! А почему тут ничего нету? Ефрейтор хотя бы. Зачем? Он полковник, он не ефрейтор. Ну, я примерно говорю, что-то должно быть. Папаха, ты видите, полковничий у него. Или подполковник. Полковник лучше. Звучит лучше. Молодец, вот. И шапка вся красивая. Уже полковник давно. Казах. Да, Владимир Иванович. А ты, Олег, Летеха у нас, да? Ты же лейтенант? А? Звание присвоили, да? Сань, пойдем, Сань. Заказывай, сейчас докурю и выйду. Зайду. Ты чё, Олег, будешь, Олег? Кофе будешь? Да будет, чё. Ты что, сейчас на лимонадиках? Да. Хорош. Ну, правильно. Лучше всего. Что там, заказики пополняются? Да есть пока уже. Потихоньку, потихоньку, но уже идет. Сейчас заказов наберу и все, и можно. Колпашить? Ну пойдем кофе треснем.